Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики, и я, ее ведущий Альберт Петров. Несмотря на относительно стабильную обстановку в республике, нарушений законодательства о противодействии терроризму и экстремистской деятельности органами прокуратуры выявляется достаточно много, и все они способствуют экстремистским проявлениям, когда ситуация может выйти из-под контроля и привести к серьезным последствиям. Какие нарушения действующего законодательства, направленного на противодействие экстремизму, выявляются правоохранительными органами и кем они чаще всего допускаются? Какая ответственность предусмотрена за эти нарушения? Какие опасности стоит в себе всемирная сеть интернет с точки зрения распространения экстремизма? Как уберечь себя и своих детей от судимости за порой бездумные поступки? На эти другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии старший помощник прокурора Чувашской Республики по надзору за исполнение законов о межнациональных отношениях, реабилитации жертв политических репрессий и по надзору за процессуальной деятельностью органов безопасности Папшева Ирина Николаевна. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Ирина Николаевна, вот тема нашей передачи посвящена вопросам борьбы с экстремизмом. Хотелось бы уточнить, какие явления охватывают данное понятие, что такое экстремизм вообще? Экстремизм в переводе с латинского означает «крайний». Экстремист – это человек, придерживающийся крайних взглядов, приверженец крайних мер. То есть вот, проявление терроризма как одно из них. Понятие экстремистской деятельности дается в федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности. Оно включает в себя 11 признаков. И совершение хотя бы одного из них влечет уже привлечение к уголовной ответственности. Но назову некоторые из них. Это насильственное изменение основ конституционного строя, разжигание вражды и ненависти по национальному, религиозному признаку, по признаку вероисповедания. Ну, вот насколько я знаю, что демонстрация фашистской атрибутики тоже относится к экстремистской деятельности. Демонстрация нацистской атрибутики, символики, она относится к экстремистской деятельности. И ее демонстрирование, то есть влечет за собой ответственность как административную, в ряде случаев может и нести уголовную ответственность. Совершение террористических актов, оправдание Оправдание, финансирование терроризма – это все включает в себя в понятие экстремистской деятельности. То есть это достаточно широкое понятие, за совершение которых люди могут быть привлечены к уголовной ответственности. Николаевна, вот совершение террористического акта, публичное оправдание терактов, да, либо демонстрация фашистской символики, в принципе, они понятны для понимания, для понимания граждан. А хотелось бы уточнить, вот возбуждение социальной, религиозной, национальной розни, либо пропаганда превосходства по социальному, национальному, религиозному признаку, либо по признаку принадлежности к социальной группе, либо по языковому признаку. Все-таки хотелось бы уточнить, что это означает? Как более доступными словами можно это объяснить для наших телезрителей? Ну, более доступными словами это то, что нельзя давать отрицательные, негативные оценки тому или иному человеку по признаку его вероисповедания, по принадлежности к национальности, по цвету кожи. Или есть еще такое понятие, как социальная группа. Вот здесь хотелось бы уточнить, что такое социальная группа. Социальная группа – это общность людей, объединенных по тому или иному признаку, в частности, по осуществлению ими той или иной деятельности. То есть социальная группа, работники правоохранительных органов к ним относятся. И социальная группа могут быть и по выделяют по достатку тому или иному. То есть, ну, в основном, конечно, в экстремистской деятельности встречается это вот по принадлежности к тому или иному виду деятельности. Я правильно понимаю, если преступление совершается, любое преступление, именно по мотиву как раз-таки из ненависти либо вражды к определенной расе, к национальности, к вероисповеданию, принадлежность к социальной группе, это считается уже преступление экстремистской направленности? Да, это преступление экстремистской направленности. Уголовным кодексом предусмотрено 12 составов преступлений. Это чисто как относится к экстремизму. И 18 составов преступлений – это те, которые относятся к экстремистским при определенных условиях. То есть вот, если убийство совершено на почве ненависти или вражды, или причинение тех или иных повреждений тоже на почве ненависти, вражды, вот эти составы преступления, они тоже относятся к экстремистским.
Но это усиливает ответственность, уголовную ответственность за совершение преступления, то, что оно совершается именно по таким мотивам? Безусловно. Опять же, уголовным кодексом предусмотрена отягчающая ответственность при совершении преступлений вот при таких обстоятельствах. Хорошо. В принципе, понятно, что совершение преступлений по именно из ненависти либо вражды к определенной группе, по мотивам национальной розни и так далее, они относятся, это относится к экстремистской деятельности. А вот есть такое понятие еще, как пропаганда превосходства вот именно человека по указанным признакам. По закону, как вы сказали, это тоже относится к экстремистской деятельности. В чем это может выражаться, пропаганда превосходства? Если вроде человек ничего противоправного, я имею в виду, преступного не совершает при этом, да, в то же время это тоже нарушение, и в том числе и преступление. Ну, выражаться это может быть различными способами. То есть это могут быть высказывания при определенных обстоятельствах, это могут быть публикации, это могут быть смс-сообщения, отправленные, значит, в адрес кого-то. Надписи, которые, бывает, может быть, не всегда обдуманно делают наш молодежь на стенах подъездов, на домах. Все это относится также к преступлениям экстремистского характера. Ирина Николаевна, по закону противодействия экстремизму у нас к экстремизму относится, как вы уже сказали, не только разжигание розни, да, по указанным признакам, которые вы уже отметили, но и распространение экстремистских материалов. Возникает вопрос, что такое вообще экстремистский материал и как гражданину определить, что тот материал, допустим, который он случайно, может быть, распространяет, является экстремистским, в том числе в сети интернет, например, да, выкладывая на своих страничках, ВКонтакте. Как ему избежать ответственности за подобные действия, когда он сам того не понимая размещает на самом деле тот материал, который признан уже экстремистским? Понятие экстремистского материала, опять же, дается в Федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности. Экстремистские материалы – это материалы, предназначенные для обнародования, опубликования той или иной информации на тех или иных носителях и призывающие к совершению противоправных действий, вот, экстремистского характера, который мы вначале перечисляли. Как определить? У нас существует федеральный список экстремистских материалов, который ведется Министерством юстиции Российской Федерации. Он размещен на официальном сайте Министерства юстиции, и где каждый гражданин может посмотреть, внесен тот или иной материал, если возникают сомнения у кого-то, внесен ли этот материал в федеральный список экстремистских материалов. Сейчас в этом списке уже приближается к 2000. 1881 материал. Материалы вносятся в этот федеральный список по решению судов, то есть на местах, в регионах выявляются материалы, которые содержат признаки экстремизма, по ним проводятся исследования. Затем материалы эти с результатами исследований направляются прокурором в суд с заявлением. И тут та или иная публикация, может быть, это видеоролик, это может быть книга, это может быть видеофильм или аудиозапись. Они по решению суда, там, где выявлено это, по месту выявления, они признаются экстремистскими и включаются в федеральный список экстремистских материалов. Значит, решение суда направляется в Министерство юстиции, и уже Министерство юстиции принимает решение о включении их. Но с этим, конечно, проще, поскольку они уже есть в федеральном списке, их посмотреть и, ну, так лучше к ним не притрагиваться. Понятно. А какие, например, экстремистские материалы в настоящее время уже существуют? Ну, просто для примера. Для примера, в федеральный список экстремистских материалов включена книга Гитлера «Моя борьба». Включены ряд изданий, которые издаются представителями религиозной организации «Свидетели Иеговы». Туда включены ряд публикаций, которые опубликованы
религиозной организации... Экстремистской организации? Экстремистской организации «Хизбут Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории Российской Федерации. В общем, список достаточно большой и достаточно разносторонний. А какая ответственность существует за возбуждение ненависти либо вражды как раз-таки по признакам принадлежности к полу, к расе, к национальности, к языку, к происхождению, либо отношение к религии, либо принадлежность к социальной группе? Ответственность предусмотрена Уголовным кодексом. Это статья 282 Уголовного кодекса, которая предусматривает по части 1 ответственность до 2 лет лишения свободы, по части 2 с квалифицирующими признаками до 5 лет лишения свободы. Но я думаю, что здесь не самое страшное вот это вот наказание, здесь самое страшное последствие привлечения к уголовной ответственности за совершение вот этих преступлений. То есть это пятно остается на человеке, это пятно на его семью, на его близких. То есть он постоянно уже будет в поле зрения правоохранительных органов. Вот тогда возникает вопрос о действии по распространению экстремистских материалов, которые уже признаны судом экстремистскими, да? И, как вы говорите, уже они размещены, этот список размещен в сети интернет на сайте Минюста России. Эти действия по распространению экстремистских материалов, которые признаны судом экстремистскими, даже несмотря на то, что гражданин сам не изготавливает этот экстремистский материал и сам как-то не выражается, да, либо не изготавливают те или иные видеоролики и так далее, они образуют состав преступления? Это может быть состав уголовно наказуемого преступления, может быть состав административного правонарушения. То есть, если эти материалы, они каким-то образом, как вот исходя из судебной практики, размещаются в сети интернет, там же тем лицом, кто разместил их, то ли это на своей страничке, открытой для посторонних, то есть разместил с целью как бы обсуждения и высказывает при этом свои какие-то негативные установки и привлекает к этому других лиц, здесь уже усматриваются признаки уголовно наказуемого преступления, то есть это 282 статья Уголовного кодекса. Если же лицо как бы просто их распространяет, но это в коммерческих целях, это вот, может быть, то, книги, может быть, может да, быть книги, может быть, диски, может быть, аудиодиски имеется в виду, может быть, фильмы. Если вот без умысла, то есть здесь важен без цели разжигания, да, здесь важен умысел, да. И это уже влечет привлечение человека к административной ответственности по 20.29 КОАП. Скажите, пожалуйста, а были ли в Чувашии именно факты привлечения к уголовной ответственности за распространение тех материалов, которые признаны экстремистскими? Да. В прошлом году у нас было возбуждено 7 уголовных дел в отношении лиц, разместивших в сети интернет материалов, уже включенных в федеральный список экстремистских материалов. То есть как-то вот они подошли, так скажем, халатно, не изучив, кто-то, возможно, как бы по глупости, кто-то умышленно. Но они все были, вот как бы, с их стороны были активные действия, направленные на разжигание вот этой вражды и ненависти при размещении этих материалов. То есть они все были привлечены к уголовной ответственности, и ряд лиц осужден. И в этом году были подобные факты. То есть уголовное дело в настоящее время находится в суде. А несовершеннолетние граждане совершают подобные преступления, которые являются в том числе еще учащимися образовательных учреждений? К сожалению, да. Вы можете привести пример? У нас есть в республике одно несовершеннолетнее лицо, которое дважды привлекалось к уголовной ответственности за совершение экстремистских преступлений. Это первое его уголовное дело, это 5 фактов, выявлены правоохранительными органами, когда он рисовал, на стенах подъездов графические изображения делал, которые вот как бы при исследовании
было дано заключение, что они являются, возбуждают вот эту ненависть и вражду в отношении других лиц. То есть лиц, не принадлежащих вот к его нации, скажем так. Впоследствии были выявлены еще факты, которые он как бы тоже совершил. И, в общем, получается, что человек дважды осужден. А второй раз за что он был осужден? Первый раз уговорите. Первый раз, да, за нанесение вот, графических надписей. На стенах? На стенах в подъездах домов, да. Второй раз его осудили за размещение в сети интернет на созданной им странице экстремистских материалов, которые также внесены в федеральный список экстремистских материалов, за что он был тоже осужден. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. В частности, в марте этого года он осужден за то, что наносил на стены подъездов нескольких домов, в том числе и на это здание, на улицу Гузовского, на скамейке, информационный щит и карту-схему в лесопарке Рощи Гузовского, изображение свастики, символов, похожих на нацистскую атрибутику, и экстремистские надписи. Впоследствии выяснилось, что студент электромеханического колледжа этим не ограничился. Приговор Московского районного суда города Чебоксары. 18-летний житель города Чебоксары признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это возбуждение ненависти и вражды. В ходе расследования данного уголовного дела и в суде было установлено, что в 2011 году подросток разместил на своей странице в социальной сети в интернете ряд видео и аудиоматериалов, способствующих возбуждению межнациональной розни, а также содержащих призывы к совершению враждебных действий в отношении некоренных жителей Европы, а также представителей и других национальностей. Кроме того, в этих видео и аудиоматериалах содержалась пропаганда идеологии фашизма и нацизма. Факты этих преступных действий подростка были выявлены сотрудниками управления ФСБ Чувашской Республики, а также Центра противодействия экстремизму МВД Чувашской Республики в ходе мониторинга сети интернет. А вот в отношении интернет-провайдеров допускается нарушение? Не всегда ли доступ закрывает к этим сайтам, к интернет-ресурсам, которые содержат экстремистские материалы? Нет, они не всегда закрывают доступ. В ходе, опять же, прокурорских проверок выявляются и факты свободного доступа к тем или иным материалам, которые внесены в федеральный список. Прокурорами предъявлялись иски об ограничении доступа. И вот сейчас у нас такая сложилась практика, что при повторном выявлении опять же, свободного доступа к тому материалу, который уже был ограничен судом в отношении там, конкретного интернет-провайдера, и им опять допускается доступ к этому материалу, решаем вопрос о привлечении интернет-провайдера к административной ответственности за распространение экстремистских материалов по статье 2029 Административного кодекса. В республике вы можете привести примеры, где интернет-провайдерами вот допускались подобные нарушения? Подобные нарушения выявлялись и прокурорами города Новочебоксарска, в Канаше, здесь, на территории города Чебоксары. То есть интернет-провайдеры еще как бы в этой степени не дорабатывают, мягко скажем. А какие материалы, размещенные в сети интернет, признавались судом экстремистскими относительно недавно? Относительно недавно, но это можно назвать нашумевший фильм «Невинность мусульман», показ которого в ряде стран вызвал достаточно негативную волну по отношению к этому фильму, к его создателям. И даже были такие случаи, это все из новостей уже знают, там убийство посла. То есть оно все как бы основано на этом фильме. Впоследствии, вернее, демонстрации этого фильма. И органами прокуратуры был направлен иск, заявление в суд о признании этого материала экстремистским и включении в федеральный список, что это было сделано. А по инициативе органов прокуратуры Чувашской Республики признавались ли материалы экстремистскими? Если признавались, то какие именно? По инициативе органов прокуратуры Республики экстремистскими признавались это по заявлению прокурора Маргаушского района, публикация в газете «Взятка»,
«Покажи мне свой язык, я скажу, кто ты». Эта статья внесена в Федеральный список экстремистских материалов по решению Верховного суда нашей республики. Иски о признании материалов экстремистскими направлялись прокурорами Ленинского района, прокурорами Московского района и прокурором Комсомольского района. И эти решения сейчас находятся в Министерстве юстиции, где решается вопрос о внесении их в Федеральный список экстремистских материалов. Как правоохранительные органы выявляют факты размещения экстремистских материалов в сети интернет? Каким образом это делают вообще? Осуществляется ежедневный мониторинг сети интернет определенными подразделениями МВД и органами безопасности. То есть есть ответственные лица, которые ежедневно мониторят сеть интернет, и вот при входе таких проверок выявляются факты и возбуждаются уголовные дела. То есть надеяться на то, что можно что-то разместить, и за это ничего не будет, никакой ответственности не последует, обольщаться не стоит. То есть можно вычислить, в принципе, из самого человека, который... Можно и из самого человека, например, да, безусловно. Вот все уголовные дела, они, в общем-то, из этого и появились, из деятельности правоохранительных органов. Ирина Николаевна, насколько важно, на ваш взгляд, заниматься профилактикой экстремизма? Какие необходимы принимать для этого меры? Профилактика экстремизма нужно и очень важно заниматься, особенно в образовательных учреждениях, поскольку молодежь у нас сейчас достаточно продвинутая, не только молодежь, это несовершеннолетние, малолетние, которые чуть ли не с пеленок уже пользуются компьютером, и зачастую эти компьютеры подключены к сети интернет без каких-либо ограничений, то есть там не детский интернет, как предлагают интернет-провайдеры, а как бы общий такой. Поэтому нужно и в школах проводить беседы с педагогом, с учащимися, на доступном для них языке, конечно, это все, не привлекая так, не выпячивая, скажем, и не привлекая особого внимания, детям разъяснять, какая ответственность за это наступает и к чему это может в дальнейшем привести. Проводятся встречи сотрудников правоохранительных органов, органов прокуратуры с учащимися, со студентами вузов, где разъясняется и ответственность, последствия совершения ими тех или иных правонарушений экстремистского или террористического характера. И хотелось бы еще обратить внимание родителей, чтобы они тоже более ответственно подходили к воспитанию своих детей. И на одной из встреч в Роскомнадзоре один из блогеров, в общем-то, правильную мысль сказал, что когда мы выпускаем своих детей на улицу, мы опасаемся, мы их там постоянно сопровождаем и гуляем с ними, а когда мы выпускаем детей в интернет, то они сами себе предоставлены. А там не всегда все хорошее, там очень много негативной информации, которую им, в общем-то, не стоит знать. Ирина Николаевна, скажите, все-таки совершение преступления подобного, да, когда просто человек бездумно разместил в сети интернет экстремистский материал, это все-таки недостаток правового воспитания. То есть человек, в принципе, может быть, даже не предполагает, что есть за это уголовная ответственность и впоследствии получает судимость. То есть есть такой момент? Есть, конечно. Это причем даже не только в отношении несовершеннолетних. Бывает, что и несовершеннолетние совершают как бы не совсем обдуманные эти поступки. Но это есть и уже достаточно взрослые лица, исходя из, опять же, судебной практики. То есть уже лица с высшим образованием, как они говорят, что они не предполагали, что это может быть. Что могут получить судимость за это? Судимость, да, и вытекающие из этого все последствия неприятностей по работе и в жизни. Спасибо за обсуждение столь важной темы и доступные комментарии. А я еще раз напоминаю, что с нами был старший помощник прокурора Чувашской Республики по надзору за исполнением законодательства о межнациональных отношениях, реабилитации жертв политических репрессий и по надзору за процессуальной деятельностью органов безопасности Папшева Ирина Николаевна. Как видим, правоохранительными органами принимаются меры как профилактического характера по предотвращению экстремизма, так и по привлечению к ответственности лиц, уже совершивших нарушение закона. Однако за всем уследить невозможно. Многое зависит от воспитания самого человека, его образованности и просвещенности в отдельных вопросах. А воспитание, как известно, начинается в семье. Нужно всегда хорошо подумать, прежде чем что-то сказать, написать, разместить в интернете или сделать. А родителям вовремя предупредить своих детей, что бездумные поступки и игрушки с социальными сетями могут дорогого стоить.